Всем привет и добро пожаловать на канал Story Games. А тут внезапно моя жизнь стала слишком скучной. У меня пропал интерес к жизни, и поэтому я решил немножко себя взбодрить и в очередной раз попробовать пройти этот сраный платформер под названием Ивангай Адвенчур. Ну что ж, поехали. Я думаю, минут 10 первых будут спокойные, а потом будет просыпаться тяга к жизни у меня. Так, у меня 327 смертей уже до достижения на 666 смертей. Мне осталось еще 339 раз умереть. И, наверное, все эти 339 раз будут в этом выпуске или в двух. Поэтому посмотрим. Правильно, вот первая началась. Так, R. Я что-то забыл уже немножко, как играть-то. Так, двойной прыжок. И все пучком. Ага, супер. Так, вниз я не пойду. У меня прекрасно получалось, по-моему, поверху проходить. Кстати, можно попробовать потом будет с этих квадратиков наверх запрыгать. Ведь все-таки прийти к тому чуваку. Хотя я сомневаюсь, что я до него дойду все-таки. Поехали. Оп. Так. Ждем. Ждем. Прекрасно. С первого раза. Мне это нравится. Начало. Так. Я помню, здесь на меня сваливается глаз постоянно. Опа. Прекрасно. Неужели я в первые минуты прохождения этой игры я пройду дальше, чем я прошел за 40 минут предыдущих роликов? Вот это поворот, конечно. Поехали. И мы наконец-то увидим, что будет за следующим экраном. Люди, это день. Вау. Вау. А что у нас здесь происходит вообще? А я не понимаю. Как так-то? Ну как так-то? Я же прошу. Ну как так-то? Ладно. Я думаю, теперь для нас не составит труда пройти дальше. И мы можем пока полицезреть те пейзажики, которые нам предлагает игруха. Вот эта вот радуга божественная просто. Правильно, давай. Так. Дальше. Вот я пока спокоен абсолютно. У меня все получается почти. Почти все получается. Да видео, почему ты не остановился? Почему ты не остановился, тварь? Сейчас синдром Туретта прокачаем на максимум. Вот на кустиках лица упороты. А солнце продолжает ржать. Да что ж такое-то? Отлично. Слава богу, ты на этих квадратах больше не застопоришься. Как это слово сказать? Опа! Прекрасно. Раз, два, три. Все. Опа, спокойно. А как тут дальше-то? Как тут дальше-то, ребята? Я что-то не понимаю. А как тут дальше-то? А как тут дальше-то? Немножко непонятно. А чё? А как? А как? Чего? Это что сейчас бы? Это что, меня сверху пиздануло? Ты чё? Чё за говно? Как там пройти-то эту фигню? Как пройти-то? Как? Как? Отлично. Тут даже... Блять. Тут даже можно ничего не нажимать. Он сам все перепрыгнет. Прекрасно. А вот тут надо нажимать, а там не надо. А вот тут надо.
Да иди твою налево-то! О, все, веселуха начинается, короче, меня очень классно. Не, чувак, тебе я там не пойду, подожди, там очень сложно, я не допрыгну здесь. Оп. Отлично. Отлично. Да, да в смысле, да что, я же, ну нормально же все было-то. Ребят, не надо только вот. Вот я же сейчас все то же самое делал, но вот я то же самое все же делал-то. Ну что происходит-то? Ну то же самое же все было-то. Не нажимал ничего, а он взял и об треугольник пизданулся. Ну что за фигня? Вот, ну я же то же самое все делал-то в прошлый раз. Ну то же самое же все. Ну было же все то же самое. Ну какого хер-то? Так. Да иди ты, что Да, блин, да, ты зачем я кнопку-то отпустил? Все же было нормально, зачем я кнопку-то отпустил? Не надо было кнопку отпускать. Да иди твою мать-то, ну... Правильно. А это потому, что я ничего не нажал. А надо было нажать. А я не нажал. Так. Ну, почему у меня сейчас не получается-то? Вроде же все же получалось же вроде. Но что не получается-то? Да что ж такое-то? Да получалось же. Или тут типа два раза получается, а больше не получается? Неважно, что ты... Да вот, ну вот что сейчас произошло-то, ну? Может, там с какого-то другого места надо прыгнуть, которое на пиксель отличается от того, в котором я стою? Я не понимаю. Ну что? Ну зачем? Почему? Как? Ну вот, ну я же ничего другого не делаю. Я же просто спокойно... По квадратикам прыгаю. Почему он сейчас вот перелетел? Вот сейчас опять перелетел. Может, опять тут на пиксель место отличается, с которого я начинаю прыгать на эти квадраты? Вот сейчас не перелетел. Может, здесь тоже надо дальше начинать прыгать? Нет, не надо дальше начинать прыгать. Он все равно на это попадает. Я не понимаю. Чё? Чё тебе надо-то, игра? Чё ты до меня доебалась-то? У чувака спиздили кепку, инопланетяне. Он теперь за ними бегает и проходит всякие наркоманские уровни. Вот как вас пройти-то? Я ж проходил с первого раза сегодня вас. Ну чё такое-то? Ну Ты заебало меня, последнее лицо. Конечно. Тебе же в жопу давно палку не запихивали. Почему бы тебе сразу треугольник не запихать? Зато разработаешь сразу. Па-па-па-па-па-парам. Музяку можешь себе в плейлист добавить. Вспоминать время от времени. Насколько она здесь хороша. Ой, блядь. Как я ж тебя перепрыгивал-то всегда? Или эта игра сама подстраивается, когда видит, что слишком просто человек ее проходит? А дай-ка я немножко поднасру, да? Конечно. Например, управлять по-другому буду персонажем. На треугольники его буду насаживать. Так. Надо не проебаться сейчас. А я взял и проебался. Какой я молодец.
Да иди. Да бля. Так, пожалуйста, давай мы вспомним, как мы это в первый раз сделали, и сделаем нормально. Блять, я ж сказал нормально. Нормально, ты понимаешь слово нормально? Зачем ты сюда... Зачем ты сюда спрыгнул? Так, может получится этот квадратик собрать? Что это за квадратик? Мне вообще интересно, что это за квадратик. Ну, не получилось. Ну и ладно. Теперь, если мы там случайно окажемся, я буду пробовать собирать этот квадратик. Но случайно мы там будем очень редко оказываться. Потому что я буду стараться перепрыгивать это место. Отлично! Неужели мы это сделали за 40 смертей? Спасибо большое! Ты просто молодец! Поехали дальше. Меня напрягает эта херня. А как? А как ее пройти-то? Я что-то не понимаю. А как ее пройти, ребят? Если ты только начинаешь сюда идти, она в тебя сразу стреляет. Как ее пройти-то? Я что-то... Может, он стрелять умеет? Нет, ну не умеет вроде стрелять. А как тебя пройти-то? А как? Я не понимаю. Может, надо квадрат тот взять? Так, ну, кстати, почти получилось. Ну-ка, давайте будем пробовать теперь квадрат этот взять. Может, от него что-нибудь изменится, конечно. Отлично! И что это нам дало? Ёпта. Что за конфета? Леденец? Это потому что я молодец, мне дали сосать леденец. На-ка, пососи. Леденец, а если я сдохну, он останется? Да, остался. А, кстати, может этого леденца надо как раз направить на тот луч... Чтобы он забомбил его, а не меня. А, леденцу-то нормально. На тебя можно прыгать? Нет. Нет, нельзя на него прыгать. Блин, ну вот ты же на самый краешек попал-то. Ну почему ты задел-то? Это треугольник-то. Я сраный, ебучий треугольник. Ты даже не в состоянии уже перепрыгивать, что ли? Я не понимаю. В состоянии. Почему ты в прошлый раз... Давай, блядь, сигай теперь с квадрата. Да почему? Ну как эта траектория-то работает? Я не понимаю, почему? Я же в одно и то же время начинаю прыгать-то через эти херни-то. Ну почему? Спасибо вам, мне сюда не нужно уже. Спасибо, сигай дальше. С первого сиганули, теперь со второго. Осталось с третьего только сигануть, и все нормально будет. Конечно. Конечно, почему бы не перепрыгнуть мимо? Сколько у тебя уже в заднице треугольников-то побывало? 409, судя по всему. У тебя там уже должна быть черная дыра, которая засасывает это все в себя. Ну, пожалуйста, ну хватит. Ну хватит. А почему ты сейчас не подпрыгнул-то? Почему ты просто по нему прошел? Ай, блядь, да что ж такое-то, боже мой. Ты можешь нормально их перепрыгнуть-то, боже, да твою мать-то.
Отлично. Молодец, блядь! Кстати, ребят, если кто знает, посоветуйте еще игруху наподобие типа такого. Я, знаешь, есть что-то... Игра, которая как-то айфона без Bosch или что-то такое. Говорят, тоже дико хардкорная. И если кто знает, как пройти тот пятый экран, в котором тебя лазером стреляет сверху, может, напишите в комментариях, пожалуйста. Отлично, молодец! Да почему я все время тут туплю-то на этой сраной треугольнике, на сраном, на этом? Спасибо! Спасибо! Так. А это невозможно пройти, ребят. А что тут сделать-то надо? Я не понимаю вообще. А что тут сделать-то надо? Я вообще не понимаю, что тут надо делать. Она стреляет вот здесь. И как только я здесь оказываюсь. А что надо сделать-то, ребят? Я вообще в шоке. А что надо делать-то? Я не понимаю. В смысле? Давайте попробуем с квадрата сигануть. Ну, конечно, да. Сначала доберемся до него, потом попробуем. Да что... Правильно. Все, мы теперь до него не доберемся. И что-то... Я не знаю, как это дальше проходить. Просто там лазер и лазер ебошит в любой момент. Точнее, в любое время, когда я там оказываюсь. Вообще не понимаю. Во. Да и... Бля. Я понял, короче, надо прыгать, как только она чуть-чуть начинает наверх лезть. Хоп. 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 Секреточки тут нет никакой. Блять. А если попробовать быстрый бег использовать, может, лазер не успеет ебануть? Не, ребят, я не понимаю, что здесь делать. Я не вижу смысла дальше это проходить, пока я не разберусь, как это проходить, собственно. Ну, тут в любом случае меня ебошит этот лазер сраный, и я вообще не понимаю, как тут что проходить. Пожалуйста, напишите в комментариях, если кто-то знает или кто-то найдет, я, конечно, тоже попробую поискать, как это место пройти. Я не понимаю вообще, что здесь происходит, что смысла дальше я не вижу, потому что я все равно до этого места уже научился доходить, а дальше с этим лазером сраным, он в любое время меня тут ебашит, короче. Я не понимаю, короче, на этом, собственно, на сегодня все. Спасибо всем за просмотр. У меня даже появилось, короче, это веселье в жизни. Конечно, раз в месяц надо поиграть просто в Ивангай Адвенчер, и все бы сразу станет хорошо. Вот, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, особенно к этому ролику. Подписывайтесь на Павлю ВКонтакте, вступайте в Discord-сервер. Всем спасибо за просмотр и всем пока и до встречи на Story Games.